Всем доброе утро, друзья. 18 апреля 2022 года. Город Одесса. Понедельник. Сейчас без 15:08. Второй раз за сегодня уже звучит воздушная тревога. Была воздушная тревога в 5 утра. И вот сейчас без 15:08. Я сейчас смотрю. Посмотрел по приложению, тревога во многих городах Украины. И западные регионы, и центр. Поэтому, наверное, что-то летит на Украину, какие-то ракеты. Сегодня холодно. Я не знаю, на градусов 5 на улице. Очень холодно прям чувствуется. Ветер такой. Ну, хорошо, хоть не дождя. Я думаю, стабильное тепло уже будет после Пасхи. Еще недельку надо потерпеть. Будут такие качели с погодой. Холодно-жарко, холодно-жарко. Потом уже будет стабильно. Море спокойное. Как видите, особых волн нету. Немного попозже выйдем, прогуляемся возле моря. Очень надеюсь, что это просто воздушная тревога. Каких взрывов не будет.